Свой путь в правоохранительных органах Александр Федорович начал с должности рядового патрульно-постовой службы Камешковского РУВД. После служил участковым, оперуполномоченным уголовного розыска, начальником районных отделов в Суздале и Муроме и уже после начальником регионального управления. Службе в органах он отдал 36 лет своей жизни. И, находясь сегодня на пенсии, продолжает активную общественную работу. На торжественном мероприятии Александра Федоровича поздравили его ученики и коллеги. Ему был вручен орден за заслуги. Ветераны милиции лично поздравил нынешний начальник УВД.